Всем снова хай. Снова едем за город, чисто спонтанная поездка. Паша не успел переехать. Он, кстати, велик новый купил, охеренный. Я вам потом покажу, именно вообще жесткий. Мне понравилось, типа горный, типа охеренный. Сейчас будем ехать, когда приедем на новое место, или хотя бы будем к нему подъезжать. Это прошлое, в котором мы не поехали, потому что времени было. Сейчас у нас времени будет, будем ехать немного дальше, будет покруче, думаю. Поехали. Бля, сейчас едем по трассе, машин вообще нет. Сегодня наш день, Паш. Наш день сегодня. Мы, правда, поздновато выехали. Сейчас пытаемся по максимуму быстро вкрутить. А там как получится. Но мы уже скоро подъезжаем на нашу любимую дорогу. Сейчас еще чуть-чуть осталось. Знаменитая дорога. Походу, лучше в Николаеве. Можно теперь херачить. Вот так, в кайф. Смотри, мы едем 26, вообще я даже не напрягаюсь. Мы только что по трассе ехали в наклоне. Еле 25 км удерживали. Но там средняя 25 была где-то. А сейчас стабильно, просто лихотня, крутишься. Все окей. Я еще так в жизни никогда не педалил. Я еще устал. Охренеть, это я тупо без сна крутил. А что, у тебя пробило еще? Что-то мы сегодня не рассчитали со временем. Солнце зашло. Мы еще не доехали до этого места. Еще обратно ехать. Обратно ехать. У меня нет фонаря. Класс. Будет весело. Ага, спасибо. Но ехать тут прикольно, кстати. Конечно, мы немного по времени не успеваем, так бы пофоткали на память. Но мы сюда обязательно еще приедем, еще дальше поедем. Каждое новое видео будет прибавлять километраж. Петрова Солониха и Стоки 2 км. Это что? У тебя карта. Давай глянем. Короче, вот это наша точка назначения. Вот этого водоема хотели доехать. Ну, мы типа доехали. Но тут, правда, попахивает так всяким скотом. Что за истоки? Туда будем ехать или не надо? Ты на карту глянь, а к мосту нужно. Вон. Где? Вон. Вот это мост был? Да. Это жопа. Бля, я устал, пипец. Короче. Мы в дерьме. А знаешь почему? А потому что сейчас будем по ночи ехать. Ты чаю не хочешь? Да не. Так он что, горячий или что? Да не, охеренный. А, ты что? У меня еще аллергия. Голос у меня такой конченый. Я дышать вообще не могу. Тупо астма, блин. О, глаза тоже чухаются, красный пипец, блин. Сейчас, короче, я не знаю, сейчас по карте посмотрим, если что, продолжим ехать. Сейчас покажу вообще, где мы находимся, это жопа. Надо вырыть землянку, нарубать дров. Ботинки посушить, точнее, кроссовки. Посмотрите, где мы, это жопа какая-то. Это какая-то жопа. Все, мы ехали, ехали, ехали. Тут, в принципе, немного, если что. Но все равно жестко. Жестко. Что? А комары тут вообще тупо гниды. Я не могу, они меня так кусают. Поехали отсюда быстрее. Подожди. Они меня сейчас завалят. Серьезно, тут такие комары дикие, это капец. Дикое место, дикое комары, блин. Все, надо ехать, короче. Я уже не могу, мне не терплю. Я с ветерком будем ехать обратно. Хотя хер еще подниматься скоро. Да, горка жопа тут. Жопа нам и жопа горка. Мы, сука, в обратную сторону будем на горку. Сюда на горку ехать, еще в обратную сторону на горку. Когда спуск будет? Ну, что ты хотел? Вот Пашин мегавелик. Сколько ты его покупал? Блядь, давай не будем. Да фу, не гони. Ну, сколько, блядь? Не, за реально. Нахер эти понты здесь, блядь? А чё понты? Ну, велик нормальный, короче. Цена нормальная. Не вырежи это. Вырежи? Тебя вырежи?
Точно ты сын, блядь. Вот мой велик 8-7 тысяч. Вот такой вот, он лежит, отдыхает. О, в натуре фотка такая прикольная получается. Надо сфоткать. В инсту выложь. Не, прикольно, реально. Вот это, короче, начинается вся кровафада. Воды нет практически. А нам еще ехать обратно. Я слышу голос. Паша, сопротивляйся. Нет, не позволь себя захватить им. Паша хотел приключений. А вот сейчас они начнутся. Вот что значит не рассчитать время, и сейчас мы будем ехать тупо по ночи, это жопа полная. Мы еще не в Николаеве, блядь. Да, мы еще не в Николаеве, мы подъехали только в прошлом, где мы остановились с Ливина. Да, нам еще ехать с тобой. Короче, жопа. Прямое включение из дна земли. Может, ускоримся, нет? Да ну нахуй. Что это? Смотри, кот сидел, ты видел? Там кот сидел или у меня галлюцинации? Катим, короче, нормально вроде еще едем. Неужели тут свет есть нормально? А вот в натуре мы ехали на участке, ни одного фонаря абсолютно. Ну, до 10 добраться. Капец. Да заехали до хера. Я не знаю почему, но это тупо жесть. Я не знаю. Так тяжело ехать, это тупо капец. Пить хочется, темно, блин, это тупо срака. Спорт, да, это знаю, жизнь. Спорт это жизнь. Короче, нереально тяжело, я не знаю вообще просто. Может это аллергия так подействовала? Ну что? Это смерть. Сейчас сзади бибит. Ног не чувствую, блин, уже жопа, короче. Что-то мы сегодня перестарались, видать. Я еще ночь не спал, потому что у меня аллергия. Ну, я повторяюсь опять же. Спать тупо невозможно. Глаза чухаются. Вообще капец, дышать тяжело. Сейчас столько проехали еще. Все. Давай тут пройдемся. Ух, ебай. С той стороны. Да не на меня! Нормально? Ну ты, ой. Так колёса нахуй там. Внутри.